Рано утром 29 августа на свой домашний аэродром вернулся биатлонист и будущий пилот вертолета Игорь Малиновский. Несмотря на то, что изначально спортсмен он зимний, Игорь не сидит без дела и в жару. Отличной возможностью проверить свою готовность к новому сезону, а также пополнить свою копилку престижными наградами для Игоря стал чемпионат мира по летнему биатлону, проходивший в городе Чайковский Пермского края. В качестве трофея воспитанник Омского центра спортивной подготовки привез 3 медали. Все прошло на высшем уровне, завоевал 3 медали из 3 возможных, 2 из них высшие пробы. Летом очень тяжело, плюс мы еще спустились с горы с 2000 метров. Проходила акклиматизация, как раз у меня самые такие дни были, бежалось очень тяжело и стрелялось очень тяжело. Это домашний чемпионат мира, хотелось порадовать не только себя, еще болельщиков, так как болельщиков там было очень много, и все желали нам только хорошего, только победы, и это нас заряжало. В этом году приехали наши олимпийские чемпионы Алексей Волков, Антон Шипулин, Светлана Сепцова. Светлана Сепцова закончила карьеру. Очень так здорово проводили ее. Все ревели, плакали. Уйма эмоций, все положительные. Ошибки были, конечно же, это стрельба. Но сейчас летняя подготовка, летний период. Мы готовимся к зиме, так что и знаем, над чем работать. Будем работать дальше. Конкуренция в современном биатлоне очень большая. Но еще говорит о том, что он третий год готовится с национальной командой. Поэтому, наверное, это закономерность одна. Это работа большая была проведена. Хотя мы готовимся к зиме, но летний чемпионат мира, он как подготовительный идет. Поэтому подводит итоги летней подготовки, функциональной части, стрелковой части. Ну, результат сам за себя показал, что идем правильно.